Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Magda от завода Airglass, производства Чехии. В коллекции предлагается люстры на 3, 5, 6 и 8 рожков. Кстати, многие подобные коллекции Airglass представлены без бра. Дело в том, что Airglass, видимо, не стали просто делать бра к каждой коллекции, так как именно вот в таком исполнении люстры, их есть очень много подобных. А в каталоге просто представлено две модели бра, называются они Мирка и Карин, так они выглядят. Это их коды по сайту. И на самом деле эти бра, скажем так, являются универсальными, они подходят ко многим коллекциям из каталога Airglass, и в том числе и к этой. Это такая небольшая компактная люстра, здесь не очень много хрусталя, подвески каплевидной формы, к тому же они не крупные. Стаканы на патронах, как всегда, из белого глянцевого стекла, патроны Е14 из термостойкой пластмассы, максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт, лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт, а выдает каждая такая около 50. Включенная люстра выглядит вот так. Эта модель, конечно, для небольшой комнаты, она диаметром всего лишь 48 сантиметров, то есть площадь может быть порядка 15 квадратных метров, плюс-минус пару квадратов. Высота ее максимальная 72 сантиметра, минимальная она может быть 64, если всю цепь убрать. От спи на самом деле там не так и много, всего получается два звена можно убрать. Крепится она на крюк, диаметр потолочной чаши 11,5 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.